Добрый день, меня зовут Викулов Денис, мы с вами на канале «Недвижимость Байкала», и сегодня мы проведем обзор надежного и теплого брусового дома в Сосновом Бору, недалеко от города Иркутск. В этом нам поможет наш сотрудник, специалист загородной недвижимости, имеющий опыт в строительстве, Сергей Еворский. Он непосредственно занимается продажей этого дома, сейчас он нам его покажет. Всем добрый день, меня зовут Еворский Сергей, и сегодня я хочу представить вашему вниманию загородный дом, который располагается всего в 10 минутах от города в активно развивающемся районе СНТ «Медицинский городок». СНТ «Медицинский городок» располагается в самом начале мельничного тракта, всего в 5 километрах от микрорайона Радужный. Удачное местоположение позволит избежать классическую дачную пробку, сэкономив драгоценное время, которое вы сможете провести с близкими людьми на свежем воздухе. Дом расположен на тупиковой улице, соседние участки уже застроены, и вас не будет напрягать шум стройки. Участок 6 соток, и за счет этого дом хорошо вписан в него. На участке можно разместить гараж, беседку, детскую площадку, несколько грядок и еще останется место под ровную мангальную зону. Перейдем к дому. Начнем, пожалуй, с самого важного. Это основа каждого дома – фундамент. Под этот дом залита монолитная железобетонная плита, которая стала уверенным основанием для возведения его стен. Не будем углубляться в терминологию, а остановимся лишь на том, что данная технология давно зарекомендовала себя как надежное основание под любой вид строительства. Отсюда и название «монолитная железобетонная плита». Общая площадь постройки составляет 90 квадратных метров. Включает в себя коридор, две просторные комнаты, санузел, кухню-гостиную с выходом на террасу. Пройдемте в дом, и я вам все покажу по порядку. Заходя внутрь, мы попадаем в просторный холл. Планировка дома продумана так, чтобы в зимний мороз при открытии входной двери отсечь поток холодного воздуха в жилые помещения. В правом углу находится сердце дома. Электрощиток, котел, насос и гребенка теплого водяного пола. Все это можно прекрасно скрыть в шкаф для верхней одежды, оставляя все это в быстром доступе при первой необходимости. В доме высокий потолок. Это добавляет общего объема воздуха, позволяет задействовать больше объем шкафов и применить нестандартные элементы. Простенки выполнены из бруса толщиной 180 на 180 мм, что в свою очередь обеспечит отличную звукоизоляцию. Основное помещение – кухня-гостиная. Здесь вы будете проводить большую часть своего времени. Помещение разделено на кухню и гостиную с выходом на террасу. Эта часть дома обращена на самую солнечную сторону участка, а значит, в доме будет всегда светло и уютно. На стенах разведена красивая винтажная проводка, еще ее называют корабельная. Стены, как внутри, так и снаружи, пропитаны и окрашены хорошей дорогой краской и не требуют дополнительной отделки. Наружная стена сложена из бруса 180 на 180 мм. Первые два венца уложены лиственничным брусом. По всему дому установлены окна с пятикамерным профилем, а также очень хорошая входная дверь с терморазрывом. Все это максимально энергоемкое решение, позволяющее сэкономить на отоплении. В дом заведена центральная вода, электричество 15 кВт с возможностью увеличения. Объект оснащен автономной канализацией объемом 4,6 кубических метра. Так как район активно застраивается, по территории проведены новые сети энергоснабжения и подстанции, что минимизирует риск аварии и отключения света. Немаловажный факт. Дом построен в конце 2021 года, уже отстоял первую зиму, прошел большую часть усадки и отлично показался в плане энергосбережения. Звоните, записывайтесь на просмотр, проведу для вас экскурсию в любое удобное для вас время. Итак, подведем итог. Дом площадью 90 квадратных метров на бетонной монолитной плите с центральным холодным водоснабжением на земельном участке 6 соток с двумя спальнями, гостиной, кухней и просторной террасой, и все это за 5 100 000 рублей. Цена актуальна на сегодняшний день. Есть возможность расчета по любой субсидированной программе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а главное, звоните, записывайтесь на просмотры.